Впечатление об игре? Расстроены, что не выиграли эту игру. Не получилось взять 3 очка. Поэтому, ну, что конкретно не получилось, уже разберем потом и покажут. Потому что второй тайм получился лучше. Не хватило агрессии, давления, наверное, в первом тайме. Ну и вообще в целом. У тебя вот в втором тайме было 2 момента. Какой из них более обидный получился? Ну, первый момент, когда Дзюба скидывал, не попал по мячу, уже, наверное, подумал, что мяч в сетке. И расстроен то, что имел 2 шанса забить и, ну, не реализовал их. Впереди в ноябре 2 гостевых матча. Реально взять 6 очков в этих матчах? Ну, выигрывать каждый последующий матч и набирать максимум очков и двигаться дальше, занимать первое место.